Наша задача – оповестить всех родителей. Проконтролируйте сами своих детей. Для информации родителям очень полезна наша встреча, потому что немногие родители это знают, я не знал. То есть родители говорят одно, что надо себя вести нравственно, морально, вести себя культурно, вежливо, общаться. А со сцены им показывают совершенно другое, что можно материться, можно пить алкоголь в раннем возрасте. Да? Факт в том, что когда молодежь придет на этот концерт, она увидит, что они не одни такие, что это все можно, что это все разрешают. Да. Что никто их к ответственности не привлекает. Это тоже можно. Раз им можно, значит и нам можно. Основная аудитория мероприятия – это дети. Несет ярко выраженный аморальный характер, агрессивную пропаганду пошлости, алкоголя, мата. С микрофоном во рту. Там со сцены идут сплошные маты. И с пивом, и в трусах как бы. Продажи алкоголя несовершеннолетним мы зафиксировали. Приходили дети, причем без сопровождения родителей. Это, еще немного, и можно назвать порно. Вот мы так делаем, делайте так же. Ничего за это не будет. Это явно регресс. Развратный образ жизни среди молодежи. И были зафиксированы неоднократные нарушения возрастного ценза. С множественными признаками административных правонарушений, уголовных преступлений. Там молодые мамы 16 лет с детьми какими-то вот грудными, там вот, ну просто жесть что творилось. И в какой-то момент это может очень плохо закончиться. До какого предела можно дойти, вот, пропагандировать такую культуру? Да. Мы считаем, что этот предел уже настал. Да. Всем абсолютно пофиг, вот честно. Узнал от своей дочери, которой 11 лет, то многие родители, они даже не понимают, куда ведут своих детей. Требуем запретить проведение концертов музыкальных исполнителей на самке, иммунитет, провести проверку согласно уголовному процессуальному кодексу. Они что, гастролируют по всей стране? Да. Многие родители об этом не знают, что их дети купили уже билеты. Даже те, кто об этой группе не знал, теперь узнают благодаря нам. Здесь собрались именно осознанные родители, которые об этом думают и поднимают вопрос. Мы сделаем все, чтобы он не состоялся, чтобы этого в Сургуте не было. Вы просто об этом не говорите. Не показывайте ничего. Мнение общественников. Мы не хотим, чтобы такие люди появлялись в нашем городе. За них надо спрашивать. Мы с ними спросим, что творите. Не допускай Сургут вот такие подобные концерты. Беда пришла в наш дом. Это нельзя, эту грязь в наш дом пускать.